Ну, огненный хай. С вами Инферно. Настало время Quake. Купил я его в Steam. Стоил он что-то 500 или 400 с чем-то рублей. Но не удержался. Давно хотел начать проходить. Давайте приступим. Один игрок, новая игра. А, здесь также есть DLC. Это дополнение. Ну, мы будем классический Quake играть. Так вот, появились. Здесь уже обновленная графика. Кстати, вышла она во время QuakeCon, когда был вот, в 2021 в августе проходил. Bethesda представила его. Так, уровень сложности я выберу самый сложный. Попробую на нем затащить, если получится. Проходить буду либо по уровням, либо еще как-то, не знаю. Я уже, если честно, давно-давно не играл именно в первый Quake. Так, первый эпизод. Первый эпизод обреченных. Здесь оживают тайны прошлого. Шагни в червоточину, чтобы начать игру в Quake. Так, понятно. Так, здесь что? Второй эпизод. А, ну здесь всего 4 эпизода, да? Третий эпизод. Четвертый. Твой оживший кошмар наяву, да уж. Ну давайте с первого эпизода я начну. Проходить буду, не знаю, как получится уже. Ого. Так, интересно. Смогу ли я тут вообще ее пройти на самом сложном уровне, потому что... Слушай, по-моему, здесь какой-то секрет был. Ха, до сих пор память у меня... Все-таки прошлые эти я помню. Точно, точно. Вспомнил секрет. Отлично. Немного камера качается, да? Непривычно. Собаки, собаки. Очень много тут. Но я думаю, тут сложно, очень сложно будет. Так, вот здесь что у нас? А, здесь Мега. Секретная область. Эта дверь не открывается отсюда. Лифт. И сейчас, наверное, я в начало вернусь, да? Да, я вернулся я отсюда. Хорошо. Но я сейчас заряженный уже такой. Мегу взял. Все, взял. Включил я, кстати, 240 максимальную графику включил. Так, здесь тоже, кстати, какой-то секрет, по-моему. Стреляешь вот так вот. Обалдеть, я вот это помню, конечно, еще. Да, графика, конечно, тут такая полноценная. Я видел, что выходили HD-реплаки именно на Quake. Фанаты там делали. Ну, конечно же, я в них не играл. Вообще, Quake очень давно играл. Именно первый. Больше всего времени, конечно, я играл в третий. Так. Больше всего играл в третий. Ой-ой-ой. Патрики. Отлично. Ну, кстати, Гвоздомет, как он правильно называется? А это здесь яд, да? Интересно, там что-нибудь есть? Нет, там только... Ой-ой-ой. Спускаемся вниз. Патроны мои закончились. А, фонари зажигаются. Кстати, дядя Огр прошел второй квейк, я помню. Так, а как сюда попасть? На... А, вот ступеньки вижу. Он прошел второй квейк на Соньке.
Костюм, чтобы по яду, да, прыгать? Прыгать, в смысле, ходить. Так, сейчас давайте попробуем. Немного непривычное управление. Такое оно инертное здесь чуть-чуть. То есть он сразу не останавливается. Какое-то время скользит. Слушайте, мне кажется, я сюда не допрыгну, если честно. Что-то рискую. Думаю, что я не допрыгну сюда. Давайте возьму на всякий случай костюм. Чтобы уж этот, наверняка. Нет. Здесь по-любому надо вот с этого прыгать. Отсюда еще реально, кстати, допрыгнуть. Да. Мега меня тут ждала. Ну, можно, кстати, погулять здесь по кислоте. О, кислота заканчивается. Ого, вот она коцает. Да, классные, конечно, ощущения. Так, здесь внизу что-то есть, я вижу это. Здесь что-то... А как туда попасть? Есть патроны на этот. Чтобы выйти, шагни в червоточину. Так, ну первый уровень пройден.